Ну так у них есть целый отдел обучения с человеческим подкреплением. Иначе говоря, есть группа людей, которая смотрит на результаты GPT-4 и оценивает, хороший это или плохой ответ. И по сути, они просто обучают ИИ лгать. Да. Это плохо. Буквально лгать и утаивать информацию. Да, да, лгать и... Да. Умалчивать, именно. Комментировать одни вещи, избегать другие, но в конце концов не говорить того, что изначально требовал запрос. Именно. Как так вышло вообще? Ты же основал эту компанию. Что пошло не так? Да, это было иронично. Похоже, самый ироничный исход наиболее вероятен. Это было хорошо.